заснуть. Целый концерт, на котором звучали одни колыбельные, прошел в онкоотделении краевой детской больницы в Барнауле. Исполнитель песен Наталья Фаустова уверена, такая музыкальная терапия может творить чудеса. Даже если ребенок болен раком, его состояние могут облегчить правильные песни. На приглашение выступить в детском отделении Наталья ответила сразу. По словам женщины, в колыбельных особенно нуждаются дети, которые находятся в больницах или воспитываются в приемных семьях. Восполнить внутренние силы малышам помогают песни. Как рассказывает Наталья, мелодии возрождают доверие ребенка к миру. Матерь Божья любит нас и в обиду не отдаст. На этой почве практически возрастают все цветы жизни, то есть и развитие интеллектуальное, и музыкальное, и эмоциональный интеллект, и, конечно же, психологическая связь с родителями. То, что сейчас очень сильно страдает в наше время. Как следствие, этот эмоциональный фон помогает бороться с любой болезнью, в том числе раком. Это выступление прошло в рамках международного социально-культурного проекта «Колыбельные для всей семьи». Автором и является Наталья Фаустова. Она отметила, что в Барнауле проект продвигают особенно активно. Также с ним знакомы в городах Центральной России и даже Европы. На Алтай музыкальный терапевт обещала вернуться вновь, а пока передала в Центр материнства и детства книги для малышей и диски с колыбельными.